Придется тебе умереть, спойлерив. Твой The World! Нападай! Бесполезно, бесполезно, бесполезно! Итак, всем привет, с вами, как всегда, я, Избула Лисик. В этот раз снимаю Тимур, и сегодня я буду делать обзор на мод Джоджо, Стэндкрафт. Мы создали телеграм-канал, который будет в описании и по ссылке. Там вы сможете скачать этот мод. И эту арену строили мы очень долго, так что, пожалуйста, поставьте лайк. Сейчас уберу этот мышку. Если что-то кажется вам с голосом, проблемы, типа опаздываю, то простите, просто, оказывается, я записывал без звука, и сейчас я озвучиваю. Итак, давайте возьмем какой-нибудь стенд, чтобы проверить. Например, The World. Так, что-то залагало. Ой, с качеством, кажется. Вот, появился The World. Сейчас. Вот как он выглядит. У Денджи The World. Так, давайте перейдем к способностям, в принципе. А вон, кстати, там сзади Цезарь. Цепили. Там только он плоский почему-то. Ну ладно, вот, первая способность — это шквал Муда-Муда. Вторая способность — это Заварду, либо остановка времени. Мы ставим невидимым, быстрым, и все враги в радиусе 100 блоков не могут двигаться. В принципе, стенд норм, так что можно переходить к следующему. А, и да, если мы выключим и включим стенд, то перезарядка уберется. Если съесть такой красный диск, называется ремов, то уберется стенд, и появится диск от того стенда. Этот мод китайский, так что извините, но тут некоторые слова на китайском. Давайте перейдем к следующему стенду. Три рандомных возьмем. Какой-то Е. Возьмем Дифуси, Симун и ДБМ. Не знаю, что достать. И еще три сразу диска, которые убивают. И возьмем моба какого-нибудь, ну, допустим, Крипера. Так, сейчас поставлю видео другого лица. Все, сзади. Вот Крипер. И, в принципе, используем Симун. Пропали другие диски, простите. Вот вторая способность — это меняние гравитации, и враги подлетают вверх. Не знаю, почему, но я использовал сначала вторую, потому что она, мне кажется, круче. Третья способность какая-то нерабочая, я не понимаю, что она делает, так что если вы включаете мод, разберетесь, напишите, пожалуйста. Первая способность — это Симун делает удар, происходит кровь, и враг осушается и умирает. Так, давайте уберем. Сейчас ДБМ берем. Так, где он? Вот. И, в принципе, можно его использовать. Так, возьмем еще какой-то Джастис. Вот, Джастис. Я подумал, что он не включился, поэтому, извините, выключил. Он какой-то невидимый. Первая способность — непонятно, что делает. И вторая способность — тоже. Я не понимаю, что... А нет, первая, она усиляет урон, а вот вторая, я так и не понял. Я не разобрался. Вот усиляется урон. Так, не работает тут, если включить. Включить все равно, когда я придет. Так, давайте, в принципе, переходить к следующему стенду, ведь этот я не понимаю, что делать. Так, вот ДВМ. Так, давайте попробуем использовать способность на Крипере. Не получается. А, точно, это же подводный стенд, нужна вода. Сейчас я сделаю воду и вернусь к вам. Вот я сделал воду. От первого лица будет вода, и тут есть эффект у этого стенда, сейчас вы увидите. Прыгаем. Вот. У нас появляется эффект. Скорость, дыхание под водой и какая-то еще... Не успел прочитать. Так, давайте проверим на каком-нибудь мобе. Допустим... Ну, допустим, на зомби. Вот зомбик. Первая способность, как я понял, водоворот. Это мой стенд создает водоворот, и зомбик кружится. Вот. Так. Вторая способность. Я из врага забираю исцеление его, то есть он типа не хилится, а я хилюсь вдвойне причем. То есть его на исцеление я забираю на себя.
Вот, там даже какие-то штуки происходят. Итак, давайте протестим это, в принципе, на выживалке. Сейчас. Делаем выживалку. Так, вот, зомбик нас ударил. Да, работает. Хилит нормально так. И водоворот зомбик тоже попадает. Если что, можете не бояться за карту, потому что это третья копия карты. То есть я могу бесконечно создавать копии и вообще взрывать все. Так, давайте снова творческий. Так, надо заключительный стенд показать вам. Сейчас, допустим, давайте эхос, потому что мне он понравился. Сейчас найду. Нет, я джайтис взял. Так, где же? Нет. Да, вот, эхос 3. Эхос 3. И давайте возьмем его, досаждатель. Нет, досаждатель слишком маленький. Сейчас я найду моба и к вам вернусь. Так как это версия 1.19, тут появился досмотритель, то есть Варден. И давайте на нем протестим первую способность эхоса, которая делает реприз и там замедляются враги в этой зоне. А первая способность — это он делает быстрые удары. Вот и все. Сами полностью мод вы можете посмотреть, скачать в Телеграме и посмотреть. Всем пока!